Наконец добрались мы до Праги. Вечерняя Прага. Сегодня гуляем, смотрим, наслаждаемся видами. Завтра у нас урок. А сегодня вечерняя Прага в нашем распоряжении. Если будет что-нибудь еще более симпатичное, а оно встретится и будет, обязательно вам покажем. Прагчане, мы к вам приехали. Понятно, почему Прага называется Злата Прага. Вот смотрите, в закатных лучах солнца все дома светятся золотым. Знаменитые часы, которые показывают не только время, а еще и время года, календарь. Есть легенда, что создатели часов лишили зрения, чтобы он не создал ничего подобного. Хотя путешествуя по миру, эту легенду мы встречали уже неоднократно. Мы находимся на одном из самых знаменитейших мостов Европы, которая покрыта массой всевозможных легенд и тайн, как мистического характера, так, в общем-то, эзотерического и так далее. Но не будем вдаваться в подробности, одним словом, безумно красиво. Друзья, Прага, кафедральный собор Святого Вита. Порисовать тут получится навряд ли, но посмотреть красиво очень. Немножко напоминает собор Штефан в Вене, в Австрии. Мы вам отдельно потом о нем расскажем. Достаточно мистическое зрелище. Впечатляет своим громадным размером, делями, всевозможными скульптурами. Очень рекомендую посетить. Bom,